Гомельский домобудовничий комбинат выполняет буйный заказ по вырабе и монтажу элементов композиции мемориального комплекса в вёсце Ала Светлогорского района. Сегодня работы ведутся одночасово на предприятии и на территории спаленной вёски. Наши корреспонденты наведали предприятие. Выраб элементов композиции мемориального комплекса на Гомельском домобудовничем комбинате почали на початку соковика. Основную вытворчесть при этом не спыняли, знайшли махчимость проводить работы параллельно. После отримания документов от архитекторов их адаптовали под техничные махчимости предприемства. Значных корректив при этом не уносили. Наведвальники мемориала убачить его практично у таким выгляде, как задумали распрацовщики. Выраб бетонных элементов почали у первые дни соковика. 3 дня уходит на разработку документов. Там, и на изготовление оснастки, металлической оснастки. Мы изготавливать не успеваем, но с применением финской фанеры вот, любой заказ выполняем. За качество, да, конечно же, ручаемся. Сегодня над выробом элементов композиции на Гомельском домобудовничем комбинате працуют 35 человек. Еще 40 заняты на территории былой вёски. С увеличением объема работ штат будовников поширится. По приблизных подликах необходимо будет смонтировать бетонные элементы композиции огульной вагой каля 1000 тонн. У ближайший понеделок у вёску накируются так само специалисты-отделочники. На заводе работы плануется завершить до конца соковика. На территории мемориала напередодні 75-й годовины перемоги. Чтобы подчеркнуть монументальность данного объекта, а в построечных условиях уже работы с декоративными материалами. Это будет мрамор, это будет декоративная брусчатка, это будут современные составы, позволяющие имитировать дерево, имитировать тот же мрамор и добиться архитектурной выразительности, исходя из задумки архитекторов и проекта. Олег Сентеров, Евгения Кухаронок, Евген Макеенко, телерадио компания «Гомель».